Всем привет! Вы смотрите канал Linux.com.ru. В этом видео я хотел бы вам рассказать, как подменять исходники в пакетч-билдах. Первый вопрос, зачем это вам может понадобиться? Это может понадобиться вам, если вы хотите сделать какие-то изменения в исходных кодах, но, соответственно, они будут доступны только на вашем компьютере, и поскольку в пакетч-билде прописаны инструкции скачать исходники откуда-то еще, где нет ваших изменений, вы не можете собрать пакет, как вам хочется. Так вот, давайте посмотрим, как это можно исправить. Вот вы видите, я открыл страницу aura.linux.org. Зайдем на ссылочку «Пакеты». И давайте рассмотрим это на примере вот простенького такого пакета с шрифтом. Я его уже открыл в другой вкладке. Просто чтобы не заморачиваться, чтобы никаких сборок не было, будем просто вот собирать пакет. Итак, нажимаем сюда, «Download Snapshot», сохраняем файл. Сохраняем. Так, теперь перейдем в папку, где мы сохранили этот архив. Распаковываем его. Этот архив теперь можно удалять. Заходим в нашу папочку. Здесь у нас есть только один package build. Давайте попробуем его собрать. Как видите, пакет очень быстро собрался. И что я вам хочу, собственно, показать. Давайте вот откроем его в редакторе K-Write и посмотрим, что у нас здесь написано. В источниках у нас есть две строчки, в которых есть адрес, откуда скачивать zip-архивы. И также есть две строчки с хэш-суммами. Допустим, мы хотим подменить вот этот вот исходник. Как мы это будем делать? На самом деле все очень просто. Нам нужно просто закомментировать эту строчку. Правда, не таким образом, а вот таким. Оставляем вот эту строку до скобочки наверху и это закомментируем. Если будете комментировать вторую строку, то обратите внимание тоже, чтобы не закомментировали здесь скобку случайно. Ну и здесь то же самое. Оставляем вот это комментируем. То есть у вас всегда должно быть одинаковое количество источников и хэш-сум. Если не хотите проверять их, то можете вот так вот это все выделить и набрать, например, вот так вот skip. Все. Собственно, как подменить исходник? Поскольку мы пакет уже собирали, у нас здесь появились файлы, которые нам сейчас не нужны. Давайте удалим собранный пакет, папку PKG, и зайдем внутрь, удалим все. Теперь, помните, мы комментировали вот этот архив. Давайте его откроем. Откроем папочку src. И все из этого архива перенесем сюда. Теперь мы можем закрыть его. Вернемся обратно. Этот архив мы не комментировали, но он будет скачан заново. Давайте я вам еще раз покажу, что у нас находится в файле. У нас прописан один источник. Хэш-сумма для него не будет читаться. Никакие функции я не трогал, то есть я всего лишь закомментировал один источник. Но я положил файлы, которые были в том архиве, в папочку src, которая находится рядом с пакетч-билдом. Соответственно, здесь вы можете менять что хотите. Можете подменять любые фонты в данном случае. Пакет будет собран нормально. Сейчас вам остается только набрать makepackage и выполнить команду. Все, пакет вновь собрался. Таким образом, в этом видео мы научились подменять исходники в пакетч-билдах. Если это видео было вам полезно, поставьте лайк, мне будет приятно. Подписывайтесь на Linux.com, чтобы ничего не пропустить. И до встречи в следующих видео.